Вау, всем привет, топчики! С вами Димон Про, и сегодня у нас будет реакция на новую анимацию доктора Хака. Да. Мороженщик против близнецов, которые на фабрике мороженщика 7. Хоррор-анимация, часть 261. Смотрим. Анимация не выходила. Так, видим машину Грандпа, которые были близнецы. А вот и Майк с Лиз. Снова это адское место. Лиз, успокойся, мы еще даже не вошли. А дверь-то открыта. Хм. Дверь открыта. Это странно. Это точно не к добру, Майк. Я ведь говорила, не стоит возвращаться сюда. Ох, Лиз, что ты скулишь, как собака? Все-таки тебе точно нужно было остаться дома. Ну вот и пришел Бак, у которого на голове морошка приклеилась. What? Эй, Бак, чё ты разорался, как резанный? О, а Боб, значит, каску мини-рода одел. Тебя на всю фабрику слышно. Почему всякий мусор липнет именно ко мне? Может, потому что ты растяпа. Ха-ха-ха! И это мне говорит болван, который вечно пачкает указательный палец в говне, когда вытирает себе задницу. Ну, я промолчу. Как успехи, ребята? Я никого не нашел. Боб, зачем ты надел каску? Ты что здесь работать собрался? Бак, мороженое у тебя на голове не спасет тебя от облысения. Смирись уже наконец с тем, что вскоре ты будешь таким же лысым, как я и Боб. Вкусно. Думает, да. Какие же вы идиоты. О, привет, ребята. А вы что здесь делаете? Мы пришли искать Джея, Чарли и Гринни. Мы тоже пришли сюда в поисках Гренни, но я вас разочарую, здесь никого нет. Там никого нет, кроме вонючих крыс. А еще там маленькие живые игрушечные роботы. Живые роботы? Вот сейчас мне действительно не по себе. Конечно. Но они, ну, не такие уж-то и страшные мини-роды. А с Бобом точно ничего не случится по дороге? Не переживай! Он сто раз уже так ездил! Как? Теперь пун. На удивление, даже их не поймали. Ну, монашка, тем более, на фабрике. Вроде когда. Ну и понимай. А вот и рот приехал. Так, ну, пока что, значит, будем заканчивать. С вами был Димон Про. Всем пока-пока.